В общем, целый месяц кто-то ждал завершения этого замечательного конкурса. Вот, на 15 тысяч рублей. Кто успел, как говорится, тот и съел. Вот, будем потихонечку сейчас выбирать победителей, подводить итоги. Уже 19.00. Супер, здорово. Итак, кто еще не в курсе, розыгрыш у нас был от 16 марта, то есть, в принципе, это практически целый месяц, 26 дней, охренеть просто. Вот, ну и 15 тысяч рублей, первое место 7 тысяч рублей, второе место 5 тысяч рублей, третье место 3 тысячи рублей, вот. Естественно, рубли у нас будут какие? Белорусские. Сколько там в белорусских рублях это будет? Рубли белорусские, вот, поэтому как бы особо не надейтесь, что кто-то... Ладно, шучу, на самом деле. Так, в общем, победителя будем выбирать по лайкам. Посмотрим, оставил ли этот человек комментарий здесь. Ну и потом уже будем все это делать. Рандомайзер ВКонтакте. Так, наименование приза. Это будет у нас приз. Первый приз на 3000 рублей. Давайте с конца так начнем. Рублей. Количество призов 1 пока что. Ну и по лайкам, да? Должен быть подписан на сообщество. Вот, кстати, самое главное. Вот это прям вообще классно. Фух. Ну что, погнали, посмотрим. Думаем, да не отдумаем. Алексей Васин у нас первый победитель. Нормально. Го ему напишем. Ну, так вот. Поздравляем Алексея. Алексей, красавчик. Просто лучший. Лучший. Все, отправляем. Сообщение Александру у нас отправлено. А. Ну, тут не фейк. Не фейк. У него видно сразу на аватарке, во-первых, живой человек. И это он. Вот, дальше что тут еще? Ну и страница живая, 329 друзей, 167 женат на Ирюське Васиной, которая сейчас, кстати, онлайн. Вот, можно сказать. Проверь комментарий. Комментарий, я, по-моему, слушайте, ребята, знаю этого даже человека, если честно. По-моему, он один из первых, кто вообще комментарий оставлял. Сейчас найдем. Да, кстати, это верно говорите, что нужно проверять коллексарий. Вот он, развитие и процесс. 16 марта. Да, я запомнил, он первый самый оставил комментарий, ребят. 16 марта. 23.00. То есть, ну, 23. Во сколько пост выложен? 15.20. То есть, грубо говоря, через 7 часов, через 8 часов мужик просто выложил, как бы. Ну, красавчик, поздравляю Александра. То есть, выиграл нормально Александр Васин. Давайте напишем. А, не будем. Жена у него. Дети даже есть. Красавчик. Детям что-нибудь вкусненькое купит. Коммент. Нет, комментарий есть. Если нет комментария, то будет рерол. То есть будет, ну, заново, грубо говоря, все это дело. Так, все, погнали. Следующий. Так, это сюда. Наименование приза. 54 это много. 5000 рублей. Вот так вот. Победитель один из лайков. Окей. Определяем победителя. Думаем. Кто же это будет? И это у нас Алексей Штанько. Ребята, запой, второй Алексей. Это тоже Алексей, капец. Переименовывайте свои страницы в Алексей. Если третий будет Алексей, то что значит, что тут неладно. Окей, ладно, смотрим. Кто за Алексей Штанько? Был 18 минут назад. 50 друзей, ребята, у него. Смотрите. Охренеть. Человек где-то на Дальнем Востоке, скорее всего. То есть, блин, ну прикольно. Видно, что живая страница, фотографии его. Давайте лайкнем ему фотографию, блин, красавчик. Красавчик, нормально. Выиграл 5000 рублей. Это, скорее всего, он тут маленький. Вот, ну, блин, красавчик, что. Красавчик. Добавим его в друзья и напишем. Ну можно скопировать. Чё, подождите. Где я там первый это писал? Привет, сейчас напишем ему. А остальное скопируем. Алексей, где ж мы тут? Алексей. Но вот так вот, извини, просто 5000 рублей. Окей. Второй Алексей, капец. Охренеть просто, красавчики.
А? Комментария нет. Сейчас проверим. Сейчас проверим, подождите. В натуре, капец. Ну, как бы, капец, короче. Что я могу сказать, ребят? Блин, правила, ребят, простые. Просто, реально, правила, ребята, простые. Просто оставить комментарий, поставить лайк, подписаться на группу и на YouTube. Даже, блин, репостить ничего не надо, офигеть просто. Ну, капец. Капец, конечно. Печально. Печально, очень печально. Но, ребят, ну... Это было близко. Это было близко. Если это сейчас коммент оставили, ребят, то... Ну, как бы... Если это сейчас, как бы... Ну, если это сейчас, как бы это, то... то... Если он где-то в другом, может, месте оставил, то... Но главное не сегодня, да? Понимаем, что если человек действительно оставил там вчера-позавчера, то это нормально. Если сейчас, то, ну, такой себе. Чуть не опрокинули парня на деньги. Вы чё меня, блин, байтите, капец? 6 апреля, подождите. Вот, написал человек 6 апреля, реально. Ну, вот, я вам просто показываю, реально, 6 апреля человек оставил. Человек реально как бы, ну, страница отвечает, красавчик. Все, красавчик. То есть, ну, выиграл, молодец, поздравляю. Че хоть там по комментариям-то ставили? Давайте почитаем. Дмитрий Шваб. Что нахуй пишет? Наталья Шваб. Мама! Походу, мама его пришла. Как не стыдно, Дмитрию пишет. Походу, парень попал. Ходят слухи, что его сейчас мама где-то пиздит. Смотрю тебя давно, качество отличное. Желаю тебе и твоему каналу достичь желаемого успеха. Удачи во всем. Спасибо, Тимофей. Развитие каналу. Спасибо, Александр Павленко. Блин, аватарка жесткая, конечно. Я жестко. Жестко. Ну, красавчик, смотрите, на лодке плавает, рыбку ловит. Десантник еще при этом. Надо будет спросить что-нибудь. О, смотрите, у него нифига две рыбины. Офигеть. А кто там такие плавают? Кто шарит в рыбах, ребят? Капец, красавчик. Так, и 7000 ре по лайкам. Количество призов 1. Ну, что? Давайте, спамьте. Жми, 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 и я нажму. Если я увижу 20 спамов, жми, я нажму. Вот такой чат должен у меня быть, блядь, постоянно просто. Почему вы сейчас вот просто, капец? Вот такой у меня чат, вот я бы так жил, вообще, по сказочному просто. Вот если бы всегда такой у меня чат был, блядь, надо заснять просто, капец, на видео пока есть. Покажу ребятам, что, смотрите, у меня чат просто охрененный. Давайте, ребят, погнали. О, красавчики. Привет, YouTube, можете написать. Нормально. Здорово, YouTube. Кстати, этот ролик в YouTube будет. Вот, поэтому, как бы, ну, я думаю, что можно, в принципе, нормально. Кого-то бот банит. Капец, красавчики. Жми, жми, жми. Ладно, ребятки, все, 7000 рублей. Кто у нас выиграет, погнали. Надеюсь, что будет рерол. Кто-нибудь, ну, просто, чтобы, блин, побольше, конечно. Вот. Фух, Алексей Григор. Разоблачение банды. Скорее всего, тоже какой-то, наверное, ютубер. Санкт-Петербург, 84-й год. Давайте посмотрим сразу комментарий от него. Александр, смотрите, ну не Алексей хотя бы, да, вот просто. Не Алексей хотя бы. Александр. На апгрейд проца, ребята, на апгрейд. Капец, чел, ну реально, опрос апгрейднет. 18 марта, ребят. На следующий, нет, через 2 дня, грубо говоря. Блин, красавчик. Фух.
Как вам розыгрыш? А теперь, ребята, предлагаю вам принять участие. Ребят, принять участие. Суть в чем? Я вам предлагаю написать в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я следующим разом разыграл. Следующий розыгрыш, ребят, будет не через месяц. Он будет примерно где-то через 1.5-2 недели. То есть, ну, время быстро летит, как вы уже поняли. Поэтому принимайте участие обязательно именно в комментариях. Пишите, какую, например, мышку, то какую, клавиатуру, то, например, ну, как, какой марки там, какую именно клавиатуру разыграть. Выберу я, ребят, за 2 дня. И мы поставим также на розыгрыш, ну и разыграем, соответственно, для вас, ну, что вы выберете больше всего. Вот, ребят, всем спасибо, кто был, кто чё, кто кого.